карта Монтенегро, 10 утра. Вот так я обычно начинаю свой день. Это у меня виски с колой вместо завтрака. Виски вообще предпочитаю Макалан, но здесь был только чивос 18-летней выдержки. Ну, окей, тоже подойдет. Знаете, меня многие спрашивают, как мне удается так хорошо выглядеть в 34 года. Секрет прост, ни в чем себе не отказывать. Моя основная диета – это жирная, соленая, и чем больше, тем лучше. Я обожаю пиццу. Пиццу на ночь с кетчупом, с майонезом. Обычно мы с Андрюшкой берем попкорн и минимум 2-3 пиццы. Ну, конечно, с пивом вместе это отлично усваивается организмом. Как я отношусь к спорту? Я люблю казино. Ночь в казино – это как фитнес. Рыбалку, дискотеки. Да, могу сказать, что я очень люблю спорт. Главный принцип – ни в чем себе не отказывать и помнить о том, что жизнь одна, коротка и очень быстро проходит. За это я бы сейчас и выпила с вами.